Новости Байконыра. Экипажи 64-й экспедиции на МКС, прибывшие на космодром для предстартовой подготовки, провели традиционную церемонию поднятия флагов стран-участниц космического полета. Особый момент церемонии – борт-инженеру основного экипажа корабля «Союз МС-17» байконырцу Сергею Куть-Сверчкову вручено удостоверение космонавта под номером 148 международного образца Международной авиационной федерации. Такой документ выдается каждому космонавту, который готовится выполнить свой первый космический полет. В основном экипаже командир корабля россиянин Сергей Рыжиков и борт-инженер американка Кэтлин Рубинс во второй раз полетят в космос, а для Сергея Куть-Сверчкова это будет первый космический полет. Сергей – уроженец Байконыра 1983 года. Свое удостоверение космонавта Сергей возьмет с собой 14 октября 2020 года в космический полет и на борту Международной космической станции по сложившейся традиции поставят бортовые штампики, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.